За праздничные дни в Заурале произошло 10 пожаров. Горели автомобили и частные постройки. В одном случае пострадал мужчина. Неосторожное обращение с огнем и замыкание электропроводки – вот основные причины возникновения возгораний. Так, 11 июня утром в Куртамыше по улице Южная вспыхнули дворовые постройки и бревенчатый дом. Площадь возгорания достигла почти 200 квадратных метров. Спасатели тушили пожар 2,5 часа. Известно, что в огне пострадал 75-летний пенсионер, находившийся в это время в доме. Он был доставлен в больницу с ожогами рук первой степени. Причина пожара устанавливается. В среду в центре Кургана сгорел жилой дом. Пожар произошел в 12:35 дня. Загорелась двухэтажная деревянная постройка по адресу Кирова, 45. Огонь распространился по всему помещению площадью 150 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать сразу. Пострадавших нет. В доме длительное время никто не жил. Сейчас причина возгорания устанавливается. Предположительно, пребывание лиц без определенного места жительства в этом брошенном доме. На тушение было задействовано 4 единицы техники, 4 автоцистерны, спецслужбы, милиция, скорая помощь, служба пожаротушения. Да, горение ликвидировано, ведется работа по разборке конструкции и проливке. 13 июня в 7 часов вечера горел 9-этажный дом на бульваре Солнечный. Через 15 минут после начала тушения возгорание удалось ликвидировать. Причиной пожара стал аварийный режим работы морозильной камеры, которая находилась на балконе квартиры. Огнем поврежден холодильник и электроудлинитель. Человеческих жертв нет. Похожая ситуация произошла в Шадринске. В одной из квартир сгорел холодильник. В то же время в Заозерном из-за неосторожного обращения с огнем загорелся пластиковый контейнер для мусора. Убыток составил 19 тысяч рублей. Также за сутки на территории Курганской области зарегистрировано 3 природных пожара на площади 2 гектара. По данным спасателей, с начала 2012 года возникло 427 очагов природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, 1700 гектаров. Юрий Пестерев, Светлана Брагина, телекомпания «Регион 45».